Иван Иванович Кузнецов. Родился 14 января 1908 года в Шенкурском районе Архангельской области. После окончания 7-летней школы работал плотником на лесозаводе. В армии с 1930 года. В 1934 году закончил пограничную школу войск НКВД. В 1941 году закончил военную академию имени Фрунзе. Он участвовал в Великой Отечественной войне с первых дней боевых действий. Под его руководством 413-й стрелковый полк успешно прорвал оборону противника на правом берегу реки Нарев. Форсировав реку в районе населенного пункта Бжузе-Мале в Польше, полком был занят важный плацдарм. Звание Героя Советского Союза было присвоено Ивану Ивановичу 24 марта 1945 года за участие в боях за реку Нарев. Награжден 2 орденами Ленина, 4 орденами Красного Знамени, 2 орденами Отечественной войны первой степени, орденом Отечественной войны второй степени, орденом Красной Звезды, медалями. После войны продолжал службу в армии. Имя Ивана Ивановича Кузнецова увековечено на обелиске в деревне Новодово Шенкурского района Архангельской области.